Салам алейкум, приветствую всех у себя на канале. Уважаемые тренеры, уважаемые коллеги, сегодня хочу поделиться с вами очень классным упражнением, которое вчера на тренировке я внедрил в свой тренировочный процесс, и мне очень сильно понравилось. Детишкам тоже залетело, они с большим таким желанием, горящими глазами, можно сказать, работали. Я думаю, и вам, и вашим детишкам оно тоже понравится. Сейчас продемонстрирую вам данное упражнение в 3D-визуализации. Далее покажу практический пример. В какой части тренировочного занятия использовать данное упражнение, вы можете решать сами, но лично я использую его в разминочном блоке. Задача атакующих футболистов – дриблинг, быстрая смена направления, завершение в четверо ворот. Задача же защитников – защитить свои двое ворот, приставной шаг вправо, влево, на передней части стопы. Надеюсь, данное упражнение принесет пользу вам и вашим детишкам. Подписывайтесь на канал, оставляйте обратную связь. Будет много интересного. Следите за новыми видео.